Алло, алло, всем привет! Сегодня 22 сентября. Заехала я в свою новую квартирку. Будет рум-тур. Тут коридор, показывать не буду. Не буду палить локацию. Вчера заехала уже в 10 часов вечера. Вот видите, приехала, здесь вот такое стикинот висит. Ну, пойдемте. О, блин, кровать хотела заправить, забыла. Ну, ладно, это реальная жизнь, не буду переснимать, нафиг надо. Реальная жизнь происходит, я сейчас спала, окей? И я съездила, покушала, купила покушать, приехала, покушала. Короче, меня разморило, я спала, сейчас проснулась. Ладно. Так. Когда я заезжала, я говорю, у вас есть какой-нибудь сейф, чтобы положить свои ценные вещи? Она говорит, нет, нету сейфа. Здесь, говорит, очень безопасно, не переживай. Но дверь я все равно закрыла. Ну, тут вот шкаф сразу с левой стороны. Моя обувь. Курточки. Зимние. Там еще вот зимний вот такой плащ, это не плащ, пуховик. Говорят, что здесь зимы холодные. О, кто не знает, я в Вайоминге, приехала сюда работать по контракту. Я говорю, приехала зарабатывать деньги. На север приехала, как вот раньше на север ездили, да? Вот я приехала тоже на север. Так я живу в штате Айдахо вот уже 20 лет. Если кто впервые зашел на канал и не знает моей истории. В Америке 20 лет, развелась с мужем в июле, подписала контракт работать в Вайоминге. Вот тебе это мое теперь жилье на 3 месяца. Вот с правой стороны. Я как девочки, кто со мной давно, тот знает, в чем прикол. Я приехала, все двери пооткрывала, все, чтобы ничего не пропустить. Дело в том, что на прошлой квартире я не могла найти пылесос и утюг. 2 месяца. Уже перед самым отъездом я нашла дверь, потайную дверь. Потайную. Она не потайная, но я почему-то ее не видела. 2 месяца. Вот это зал. Мне вот, я заехала, да, вчера. Блин, смотрю, столько много места. Для меня вот это место много. Для одной. Да. Телевизор стоит на стульях. Я не знаю. Я, наверное, включать не буду. По крайней мере, первую неделю. Потому что на том жилье, где я жила до этого, Ира Чикаго, ты мне звонишь. Я тут, понимаете, видео записываю. Я тебе потом перезвоню. Так, на чем я остановилась? Короче, где я жила до этого, там у хозяйки постоянно орал телевизор. И мне нужна была тишина. Так что здесь теперь тишина. Вот я приехала, свечи вот эти стояли на этом столике. Мне этот столик нужно, я его переставила, его свечи, вернее, переставила. Здесь вот такой же столик. Как подробно показывать, я не знаю, сильно подробно не буду. Вот эта фигня для спины хорошо, но знаете, это я получила в наследство от родителей Джозефа. Это я так шучу, конечно, не в наследство, но ну, вы поняли, я у них забрала. Ни разу. Как-то сколько я в январе забрала? Может, раз полежала на этом и все. Больше вообще не пользовалась. Надо заняться теперь. Просто на том жилье у меня не было места, где полежать. А здесь он, айда, лежи, развались. Вот это подарок мне послала с собой моя подруга. Я вот сейчас приехала, вчера приехала, вот сегодня проснулась и открыла этот подарок. Ей позвонила, поблагодарила. Приятно получать подарки, согласитесь. Ну, короче, тут диван, купила лампочку, лампочки не было. Вот, вы говорите, что таких лампочек уже в России не продают давно, а у нас продают. Где? Вон.
Вот, так что буду вот здесь читать вечерами, когда делать нечего. Книжки. Это тут моя мои документы на ориентации первый день. Короче, вот это зал такой, да? И тут же вон кухня. Видите? Короче, когда вот сюда заходишь, входную дверь, сюда встаешь, здесь зал, здесь кухня. Шкафчиков очень много, что мне нравится. Все есть для жизни. Будем смотреть шкафчики? Ну, давайте будем смотреть шкафчики. Уговорили. Свет включила. Света, ты где? Вот она, Света. Знаете, чем неудобно, что помойная, не помойная ведра, а мусорка. Мусорка вот здесь стоит. Некуда поставить. Ну, это не проблема. Здесь полотенца, тряпочки для уборки. Здесь вон. Что там даже? Надо вытащить. А это макароны варить. Сковородки. Вот две сковородки. Я сегодня утром, я почему-то их не нашла, да? Я утром кофе хотела попить. Сковородки не, я сильно не рылась, не нашла. Кипятила воду на сковородке. Это кастрюля, что я говорю? Короче, это кастрюля. Я кипятила воду в сковородке. Смотрите, какая классная сковородка. Короче, я куплю яйца, куплю масло подсолнечное и буду практиковаться делать яичницу глазунью без соплей. Окей? Это мой план. Посмотрим. Короче, ну, здесь мои ключи. Ирочка как уже звонит третий раз. Я не поняла, она так меня хочет так сильно? Я опять отключу. Ну, тут это все прибамбасики. Елена из Йешкар-Олы. Из Йешкар-Олы, блогер Ирина Айдаха от блогера «Кухня с позаранку». Подписывайтесь. Реклама, девочки. Я, конечно, здесь такая, ё-моё. Ладно, не будем о грустном. Это в русском магазине куплено еще 100 лет назад, не ем. Это мне подруга подарила, когда приходила провожать меня на мои проводы. Здесь доски разрезочные, разделочные. Это с собой все привезла. Это пакеты пустые. Здесь что? О, опять сковородка. Это что, душлаг? А это что такое? Не косметичка, а аптечка или чего? Я даже не смотрела. Что это такое? Давайте посмотрим. Ё-моё. Я одной рукой не смогу. Останавливать я не хочу. Вы меня знаете. Короче, я потом открою. Кому так сильно интересно, напишите. Я вам отвечу. Hamilton Beach. Что это может быть, а? В черном коробке. Так, здесь мое расписание. Видели, не видели, не знаю. Не только мое, тут всех, расписание всех работников. Чак-чак привезла из России. Вот знаете, сейчас я поставлю себе чай пить. Попью чай. С чак-чаком. Здесь эти леденцы от кашля. Тоже с собой привезла. Купила соль с перцем. Вот такой, знаете, все самое необходимое. Короче, мелочевка. Ира Чикаго, это еще твое, которое ты мне дала 100 лет назад. Привезла ведь с собой. Дальше что? Здесь, смотрите, нету крышечки. Тут, короче, ничего нету, но в то же время соль сыпалась отсюда. Я ее все сюда смахнула. Окей, тут тарелочки. Тут что у нас? Тоже тарелочки, кружки. Это мой термос, моя кружка любимая. Вот. Это я сейчас... Это надо выкинуть. Прямо на улицу. Сейчас пакет закину и выйду на улицу, куда-нибудь мусорку найду и выкину. Привезла с собой пельмени в бульоне, которые уже 10 дней больше. Покебол, который я не доела. Тоже.
торт. Короче, все выкину. Это мой любимый кофе, это у меня здесь сахар. А здесь что? Тут тоже сахар? А здесь был... Нет, ничего нет. Я еще, видите, не совсем сориентируюсь. Нету ложек. Ложек нету, знаете, и нету чайника. Ложки есть на общей кухне, но я вот нашла пластиковую ложку для себя. Или вот утром делала кофе, делала вот такой мерной ложечкой, мешала. А это мы ходили с Кристой и Мэри в бар, и нам дали подарочки. Там, ну, короче, там история была. Первым 50 посетителям был подарочный набор. И в этом подарочном наборе была открывашка для вина. Вот такая. Да, видно? Вот. И вот такая ложечка. Что еще там? Здесь ничего нету. Вот это мне нравится. Смотрите, как удобно, да? Бум-бум-бум. Здесь это фальшивое, не открывается под раковиной. Здесь у нас что? Пакеты мусорные. Это что? Это тоже мусор такой, да? Чистящее средство, Виндекс, короче, освежитель, ну, видите сами все. Здесь что? А пакетики для сэндвичей. Не фольга, как это называется, пленка. Эти, можно полотенце, не полотенце, салфетки. Винишко. Да, привезла с собой. Эта бутылка тут осталась. Вот смотрите. Я уходила от Джозефа когда, да, в декабре. Нет, я это не в декабре взяла. Я уходила с двумя мусорными пакетами. Я помню, что только одежду взяла. А это я, наверное, забрала в январе месяце. И с января месяца вот столько еще осталось. Вот так я пью. Да. Вот это. Это с работы взяла. У нас была вечеринка, как вечеринка, собрание было, там делали патлак пари, как это по-русски-то, ну, короче, нас кормили на работе, вот этих там дофига чипсов было, вот я тут остатки сладкие взяла, там сахарный песок я купила, это сухой завтрак, Lucky Charm, сюда поставлю, я еще, видите, хорошо не организовала, ну, в принципе, из меня организатор-то хреновый. Кухонные полотенца, горячие, здесь ничего нету в духовке. Так, все показала, да, с этой стороны. Холодильник, так, подождите, вот это закрою. Вот тут меня племянницу закрыла, это я. Это мы в Сочи, в Адлере, этим летом, на дискотека на теплоходе. Такие классные воспоминания, такие классные воспоминания. Да, фотография стоила дорого, но я ее разорилась и купила. Я не покупаю всякие сувенирчики, я вот такое покупаю. Морозилка, ничего нет. Еда. Я вам наврала, я сказала, что у меня ничего дома нет. Утром, когда я говорила, что ничего дома нет, у меня, знаете, что было? Вот это я сейчас сюда положу. Сейчас организую. У меня утром было вот только вот это. Сливки для кофе мои любимые с лесным орехом. Ряженка из русского магазина. Тоже привезла ее с Айдахо. Кстати, она сдувается. Может, она уже и вздулась, она уже плохая. На Кока-Кола. И здесь еда из ресторана Olive Garden. Вот это у них торт, который я люблю. Я забыла, я совсем забыла, что у меня еда из Olive Garden есть. Я пришла, когда уже, да, сходила в магазин, начала продукты, вот, купила вот в этом магазине, здесь рядышком, купила это, пришла, открыла холодильник, у меня же Olive Garden есть. При этом, знаете, магазин тут совсем рядышком, я пошла пешком и забыла, набрала полную тележку. Такая иду к кассе и думаю, а я же без машины, я же не смогу унести. Короче, половину выставила. Это масло сливочное, это смузи, это творожок с ананасом, с наполнителем.
Это гвакамоле, так что у меня чипсы есть, гвакамоле вечером поем. Здесь была горячая еда. Тейтер татс, сказал, хлеб купила. Хлеб сарвадро купила. Там еще взяла картошки, взяла подсолнечное масло, взяла стиральный порошок. И потом шоколадное молоко взяла, а потом думаю, куда я набрала? Я же все на себе не утащу. Я привыкла, что у меня машина всегда на машине. Так, идем дальше. Здесь ванная комната. Вот такая. Я сейчас чай попью, пойду в душ. Ну-ка, не смотрите, не обращаем на меня внимания. Ну, тут все самое необходимое. Не буду по мелочам. Это уже неинтересно. Так. Туалет. Здесь тоже все по мелочам. А, Дина, ты говорила, что у тебя зубы. Когда ты пользуешься полосками для зубов, у тебя зубы очень чувствительные. Вот, я же вот такие купила, полоски для зубов. Очень классные, никакой чувствительности нет. Так что рекомендую. Вчера делала, приехала, сделала. Надо сегодня тоже сделать. Надо выставить на видное место, потому что вот когда там стоит, и ты забываешь. Ты просто тупо забываешь. Это миноксидил у меня. Ладно, миноксидил я не забуду. Я не забуду тебя никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. Туалетная бумага тут была. Уже все. Там мой шампунь. Мыло. Не пользуюсь гелями для душа. Да-да-да, вот такая странная женщина. Не пользуюсь гелями для душа. Это, я считаю, маркетинговый ход. Да. Станок. Вот эту дверь. Вот эту дверь, да? Я сегодня утром увидела, что вот она вот так делается. И здесь, смотрите, полотенце. Вот эта умывалка. Это я с собой привезла, сюда поставила. Такая беспонтовая, но я уже и пытаюсь ее добить. Сколько лет? Года 4 точно. Она никак не заканчивается. Сюда поставила. Через 3 месяца буду уезжать. Я оставлю ее здесь. Короче, тут туалетная бумага. Здесь я решила, что у меня будет грязное белье. Короче, на мои трусы смотрите. Ну ладно, что. Все трусы носят. Ну и спальня. Спальня. Вот надо вот так красивенько сделать. Это моя подушка контурная. Одеяло мое утяжеленное, одеяло совы, которое сенсорное одеяло я с собой привезла. Остальное, все это, вот это одеяло, все постельное, все тут было. Все тут было. Вот так надо красивенько сделать, хотя бы одной рукой. А, да ладно. Ну, вы представляете, как это красиво может быть, да? Включите свою фантазию. Вот, вот так. Вот. Ах, ладно, тут у меня что? Я говорю, сейчас спала. Так что капу еще не почистила, вытащила. Сплю с капой, да. С капой для зубов. Это мои девчонки. Когда они были маленькие. Сейчас они уже не маленькие. Сейчас им Светлане 17, Виктории 19 лет. Ира, посмотри, шарик. Я думаю, когда я буду уезжать с этого места, я своей начальнице вот этот шарик подарю и еще что-нибудь. Вот этот торшер. Блин. А что не включается? А, не здесь включается. Посмотрите, вот здесь включается, да? И все. Здесь больше нету света. Света нету! Вот это неудобно. Я думала, здесь буду читать по вечерам. Но темновато. Хотя можно этот торшер сюда поближе поставить. Но розеток нету. Вот смотрите, оттуда где-то уходит, да? Здесь розеток вообще нету. С другой стороны, я тоже посмотрела. Тоже розеток нету. Вон она, розетка. Нахрена туда розетка? Скажите мне. Нахрена? Ну, короче, здесь шкаф. Здесь моя одежда.
Одежда. Я, мне кажется, половину того, что я привезла, одевать не буду. Это рабочая моя униформа. Это верх блузки. Это штаны рабочие. А тут что у меня? А, здесь постельные. Здесь постельные. Ну, какой красный набор, видите? Здесь вот такой набор. Короче, постельная. Закрыть. Здесь у меня драгоценности мои. Надо, кстати, все запуталось у меня здесь. Все запуталось. Надо все достать и разобрать. Смотрите. Все запуталось. Наталья мне с Флориды подарила шкатулочку. Здесь у меня Таро гадания. Здесь мой, моя коллекция парфюмов. Это мужской аромат, да. Ну, на работе у нас санитар Брюс. Кто меня смотрит постоянно, тот видел. И он всегда дружит с этими духами, и они мне нравятся. Они мужские, да, они мужские. Но мне они нравятся. Так что вот. У меня теперь тоже есть Ив Сен Лоран. Вот так, не шухры-мухры. А, здесь мне подруга подарила из Москвы. Я привезла вот такие простые, маленькие, небольшие пробники. Нет, я не парфюманка, ни разу не парфюманка. Вот Хаяти, который я привезла из Сочи. О, обалденный запах, девочки. О, балдю. Вот, наверное, всех вот этих, да? Наверное, вот мои любимые на данный момент. Тут косметички. Ну, давайте уж в косметичках не будем бояться. Тут помадки у меня. Короче, очки. Окей. Здесь подушку одну убрала, потому что у меня своя подушка. Подушка. Вот эта штукенция, так как я короткая, да? Вот эта штукенция очень полезна. Что-нибудь где-нибудь сверху достать. Где что-нибудь сверху достанем? Ну, подушку можно достать. Не буду, ладно. Здесь Tupperware. Как они по-русски Tupperware? Это как девчонки мне, мои дети подарили в прошлом году на Рождество. Короче, ввожу с собой пластиковые контейнеры. Здесь сумки мне. Груз проблем. Да-да. Шопер мой. Это у меня рабочая одежда. Топики. Это надо бы погладить. Знаете, на улицу выходить совсем не буду. От слова совсем. Я тут мне пройти по коридору. Я вот здесь живу, да. Пройти по коридору. И там уже моя работа. Так что на улицу я не буду выходить. Мне кажется, мне даже не надо было теплой одежды-то. Ну нет, до магазина дойти можно. Это у меня портфель, который я носила на работу. Когда работала в НАМПе. Я не знаю, понадобится мне здесь, не понадобится. Может, даже и не понадобится. Я просто рюкзак не буду носить. Возьму вот это. Да, и все. Все сюда свои документы положу. Все, что мне надо. Вот так, да, так и решила, постановила. Завтра так и пойду. Не буду брать рюкзак. Так, сюда поставлю. Вот у меня сумка, которая куплена на Ярцеле за $35. Оригинал, девочки. Оригинал. За $35. Это уже сумке сколько лет? 3 года. Здесь у меня всякое барахло. Здесь носки, трусы. Лифчики. А здесь носки, трусы. Да. Здесь одежда моя. Мало этих... Как они называются? Вешалок? Нет, не вешалок. Ну, вы поняли. Мало этих штукенций. Так что вот сюда пришлось разложить. Не организовано, знаю. Организация. Не умею заниматься организацией. Так, с той стороны, что у нас? Вот это горячий, холодный воздух делать. А, там у меня это документы. А, это у меня все кроссворды. Все кроссворды привезла из России. Вот так что целая стопа. А здесь что у меня? Короче, будем решать кроссворды с вами. Так, давайте закроем. Так, ну, наверное, все. Все показала. Вроде бы все, да, ничего не забыла. Вот такие апартаменты. А, платить плата $950 в месяц. Свет выключу.
Все уже включено. Свет, электричество, ну вы поняли, все включено. $950 за все это. Мои лотерейки. Это мне подруга подарила лотерейные билетики. Это я сама купила лотерейные билетики. Короче, вот. Вот такое мое жилье. Ну давайте. Всем отличного дня. Увидимся на стримах. Пока-пока.